выступали в Париже на трофее Бомпарт, они отказались от этого выступления, поэтому у них только один этап в этом сезоне, и в финале, естественно, мы их не увидим. Ну, а сейчас Николь Деламоник и Матео Гуаризо. Двойная подкрытка. Да. Выдохнула Николь. Она уходила из спорта после 2010 года из-за серьезной травмы. Она решила закончить, но вот пропустив один сезон, все-таки захотела вернуться. И пара с прежним партнером Сиником Коконом не получилась. Вот появился Матео Гуаризо, который вообще-то был чемпионом мира по роликовому катанию. В 2008 году он выиграл титул. Знаете, Андрей, когда говорят, что человек занимался роликом, это, кстати, видно по катанию, по скольжению, по наклонам, по дугам, это видно. Он не на ребрах катается. Да, потому что там, конечно, достаточно прямо стоит конек. Совершенно другой скольжение. Но вот мы видим, что Олег Васильев работает с ними. Олег Васильев, который вернулся в Чикаго, где у него квартира, где у него есть возможность тренировать, где у него есть лед. Ну и как раз именно в Чикаго ведь тренировались Татьмянин и Маринин, когда они работали с Васильевым. Потом уже они вернулись в Питер, и он в Питере работал некоторое время. Но после распада пары Мухортова-Траньков, олимпийский чемпион 1984 года, Олег Васильев уехал опять обратно в Северную Америку, и вот в Чикаго, где к нему приехали Николь Деламоник и Матео Гуаризо. Да, пара, конечно, ниже уровнем. Понятно, что они не будут конкурентами этой разминки, но вот поддержка хорошо исполнена, кстати, очень неплохая скорость. А переступание, видите, без ребер абсолютно без так. Без ребер, да.
на двух ребрах переступает. А вот здесь срыв произошел. Сейчас покажут, как позиция. Да, вот здесь, видите. Ну, кстати, было очень опасно. Он хорошо успел поддержать ее. Да. Да нет, это она сама устала, даже не коснулась. Ну да, то есть там просто такой повтор, мы не видим ниже, что происходит. Да, но на самом деле, слава богу, он уже ее успел, что называется, так поднять. Да, да, если, если бы она падала, да, то, конечно, бы я поддержал. Но вот все удалось. Все прошло нормально. The scores, please, for Nicole Della Monica and Matteo Gorrizzi. Della Monica Guarise 組の得点 42.14。現在の順位は第4位です。42バル14 сотых – это последний результат. Они четвертые. Они проиграли и Ленс.